Дорогие гости, дорогие друзья, добро пожаловать на главное торжество двух дорогих для вас людей – Михаила и Алины. Они уже встретили любовь всей своей жизни, а сегодня их чувства обретут новый статус. А вы будете каждый год с трепетом пересматривать фотографии и вспоминать этот особенный день, особенный для них, горячо влюбленных, Михаила и Алины. Для Алины он рассудительный, понимающий, ласковый и самый любимый мужчина на свете. Итак, друзья, встречаем бурными аплодисментами будущего главу семьи, жениха Михаила. Вы только посмотрите, как он счастлив! In the wilderness, I'm up again. Алина – веселая, искренняя и безумно красивая девушка. Она очень любит гулять, кататься на машине по ночному городу, танцевать, петь дома и просто обожает природу. Миша никогда не уйдет на работу, не выполнив маленького ритуала. Это обязательный поцелуй для своей любимой. Он обожает абсолютно все, что готовит Алина, ведь она это делает просто идеально. Для Миши она самая нежная девушка, которая дополняет его абсолютно во всем. Она для него единственный и неповторимый лучик света. Именно с ней ему горы по колено. И сейчас, дорогие гости, я попрошу вас встретить ее самыми бурными аплодисментами, чтобы поприветствовать счастливую избранницу Михаила в сопровождении дедушки. Вы только посмотрите, как горят ее влюбленные глаза. Сейчас в присутствии всех гостей я попрошу вас подтвердить обоюдное желание создать семью, дать друг другу клятву любви и верности. Готовы ли вы всегда быть рядом, что бы ни уготовила вам судьба? Готовы ли вы прожить вместе всю свою жизнь? Я прошу ответить вас, Михаил. Я прошу ответить вас, Алина. Обручальные кольца – священный символ единства и верности. Сейчас я попрошу вас обменяться обручальными кольцами. Михаил и Алина, сохраните эти кольца на всю вашу жизнь. Пускай они оберегают вашу любовь и напоминают вам об этом прекрасном дне, 10 октября 2020 года, когда вы подарили друг другу бесконечное счастье быть рядом и любить, несмотря ни на что. И с огромной любовью и обоюдным желанием создать семью Столяров Михаил Владимирович, теперь уже Столярова Алина Алексеевна, объявляются в знак объединения двух влюбленных сердец. Я прошу вас крепить свой семейный союз первым супружеским поцелуем. Дорогие Алина и Миша, поздравляем вас созданием семьи. Теперь не только сын есть у меня, теперь мне дочка отдана по праву. Дай Бог вам, дети, только лишь добра, чтоб жизнь была похожа на забаву. Сынок, будь для жены опорой, надеждой. Оберегай всегда свою семью, с другими строг, а дома только нежным. Не забывай жене сказать «люблю». Пусть будут дети счастливы, любимы, а я-то уж буду баловать внучат. Пусть будет все, что вам необходимо, дом, дети и большой фруктовый сад. Чем сможем, вам поможем, мы охотно, с днем свадьбы,
дорогие, в добрый час. Что, дорогие друзья, ребята уже готовы. Давайте вместе поаплодируем и встретим самую красивую, самую счастливую пару. Михаил и Алина, ваши аплодисменты! Сегодня произошло радостное событие. Сегодня родилась новая семья. На небе зародилась новая звезда под названием Столяровы. Будьте любимы друг другом. Уважайте, любите, цените. Ну и ждем продолжения семьи Столяровых. Надеемся, мальчиком, девочкой, еще мальчиком и девочкой. И так как семья состоит из семья, надеюсь, 5 внучат. Я дождусь. Желаю вам счастья. Будьте счастливы. Ну что, дорогие друзья, давайте еще раз поаплодируем нашей замечательной паре Михаилу и Алине. Ваши аплодисменты! Ну что, как можно выше ручки вместе с бокалами за наших молодых, за их семейное счастье! И по традиции молодым троекратно! Гип-гип! Yeah. Ура! Свадьба этих двух замечательных людей, Михаила и Алины, будет называться «Столяровы не на карантине». Yes, the thrill is gone, gone, gone to stay. Дорогие наши мамы, мы очень рады, что вы сегодня с нами. И спасибо вам за все, что вы сделали для нас. Мы очень ценим это. Спасибо. Выше ручки за родителей! Ура, ура! Друзья, пошумите! Поздравляю вас с вашим бракосочетанием. Ну, что я могу вам пожелать? Здоровья вам! Любите друг друга! Доверяйте друг другу, не обижайте, живите дружно. Здоровья, счастья. Невестой сегодня внучка стала. Как время незаметно пробежало. Еще недавно ползунки, пеленки и в школу вот еще вели ребенка. И вдруг ты ошарашен мыслью той, что девушка под белой фатой твоя малышка, внученька твоя. Любовью дорожить умейте. С годами дорожить вдвойне. Любовь не сдохи на скамейке и не прогулки при луне. Все будет слякоть и пороше, но вместе надо жизнь прожить. Любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко сложить. Всего хорошего вам, здоровья, счастья, любви и всего-всего-всего. Come on.
Самое главное, я считаю, чтобы была взаимная любовь. И все, поздравляю. Дорогие мои, поздравляем вас с днем бракосочетания. Мы очень рады принять Алину в нашу семью. Наш дом теперь ваш дом. Наши двери открыты вам всегда. Запомните эти эмоции, которые сегодня, завтра у вас будут. Будете ссориться, вспоминайте этот день. Поможет примириться. Где ваши шикарные волосы там? Так, девочки, не тушуемся, не тушуемся. А где у нас самый пьяный парень на тусовке? Не слушайте, живите своим умом, только вот дышите друг другом, жизнь прожить не поле перейти, но ведь действительно говорится, вот самое главное, чтобы сердца в унисон бились, и тогда вы отметите серебряную, золотую, ну и там все оставшиеся свадьбы. Будьте счастливы, ребят. Вашим самым главным днем присоединяюсь к словам своих родителей. И год назад вы гуляли на нашей свадьбе. Теперь мы гуляем на вашей свадьбе. И хотим, чтобы с годами ваша любовь становилась все больше и больше. Ну, Миша, Алин, поздравляем вас с этим днем. Желаем всех благ и всего хорошего. Уступайте друг другу, доверяйте друг другу, чтобы в вашей жизни будет все хорошо, если будет ваше доверие друг другу и взаимопонимание вам. Друг друга. И чтобы ММДМки были не только на прогулках до, но и после. Любви, счастья, уважения, детей побольше. Миша у нас остался один продолжатель рода фамилии Столяровых. Так что детей побольше Столяровых, пожалуйста. Пожелать красивой жизни, как в сказке, чтобы в вашем доме всегда был уют, а самое главное – вечной любви. Мы желаем вам самое главное – сохранить все те чувства, что у вас сейчас есть, чтобы этот огонек у вас никогда не погас, а только с каждым годом все рос, рос и рос. Побольше вам романтики в вашу семейную жизнь и ярких моментов.
тебя знаю очень давно, мы через многое прошли. Я хочу пожелать тебе в этой жизни всего самого хорошего. Будьте всегда рука об руку, всегда вместе. Алин, ждем свадьбы вас. Цените и любите друг друга. И оставайтесь всегда такими же прекрасными не только снаружи, но и внутри. Счастья, здоровья, семейного благополучия, ну и долгих лет вместе. Сегодня их свадьба, и именно сегодня Столярова не на карантине. И это круто! Ура, ура! Вы молодцы, вы многого добились, через многое прошли, и надеюсь, что у вас все будет хорошо в дальнейшем. Я желаю, чтобы вы нашли друг в друге не только супруга, но и самого лучшего и верного друга. Я желаю вам побольше свободного времени, чтобы вы почаще отдыхали, чтобы всегда находилось время на родных и близких вам людей, и чтобы всегда было горько. Да. Да ладно. Получается 30-28. Да ладно. Друзья, это означает, что в семье Столяровых первенца будет девочка. За будущих детей! Ура, ура! Хочу пожелать вам не ругаться, всегда смеяться, улыбаться и просто всего хорошего. Кажется, если перечислить еще раз все эти поздравления и вспомнить, как мы все вас любим, то в любой тяжелый момент вам должно стать хорошо, тепло на душе, спокойно, и удача, счастье и радость будут сопутствовать вам всегда. Как сегодня уже сказали, на небе зажгла звезда Столярова под названием Столярова, да. Желаю, чтобы она переросла в созвездие, родились детки здоровые, счастливые, чтобы в вашей семье была любовь, чтобы вы слышали и слушали друг друга. Это очень-очень важно. Тогда все будет в порядке, тогда все будет замечательно. То, что есть сейчас, приумножится,
Поздравляю вас. Любви и удачи. Свадебный торт! Попал. Ну ты попал, Максим, а ты выходить не хотел. Есть нельзя, только лизать.